Пойдем, зайдем лоб, сразу сюда, два. А, то есть я раз, дым, головой туда, сюда. Задеваем. Первое что, это опять, это самое главное, инстинкт самосохранения и внезапно действие. То есть мы начинаем с инстинкта делать, зайдем лоб, сразу сюда, два. А, все, он упадет уже. Вот смотрите, у вас прижал, это не значит, что вы ничего сделать не можете. Вы можете сделать. Первый, вот. Дальше, даже если я чувствую, у него будет вот здесь вот локоточек, он будет как меня придерживать, я туда не полезу. Это все вы должны чувствовать. То есть я вот делаю раз, дым, головой туда, сюда. Вот. На основе своих двигательных навыков, которые у вас есть. У одних там более пластичные, другие менее пластичные. Но это не имеет значения. То есть вы должны видеть, вы должны бить всеми частями тела. Всеми. Просто выбиваем. Ну, видите? Либо его выбиваем в одну или другую сторону. Видите, вот. Опять ломаем. Мне, в общем, ничего не мешает. Раз, дыну. Видите что? Мне не стояла, значит, задача, когда я бил в корпус, чтобы он скрючился. Мне стояла задача, чтобы он отвлекся. А он отвлекается. Вот мы дыну. Раз, да. Все. Оп, вот здесь, этажам. Вот руку ломаем. Он туда. Пик, он туда летит. Наша задача выбить. То есть или выбить я сюда, смотрите, одновременно, видите, получилось, все, опа, одновременно, вот, забрал. Либо в одну, либо в другую сторону, это все будет зависеть, еще раз, как поставил нож. Если он поставил нож так, я не буду сюда пихать, сбивать, потому что, ну, сам себя воткнул. Поэтому я вступаю в диалог, убиваю, видите? Оп. Надо умещаться в секунду, максимум полторы. Знаете? Все. Тут нет красоты. Тут только внезапно. Раз, и все, бай!